Псайкер тот же. Ага. И Дескриг. You are going back into Trollside to take control of Archivum Sycorax's complex dish. You are to capture the dish, then use it to transmit an encrypted message out to one of Grendel's listening stations. If you are confused, don't worry, so am I. Doesn't mean we can't get it done. Ну, я так понимаю, такой же, знаешь, как ивентовый, как в этих фри-ту-плеях. То есть он по чуть-чуть выдается. И... достаточно, чтобы хоть какой-то интерес поддерживать. Внутри игры ты имеешь в виду? Да, то, да, что да. С бизнесами связанное? Ну, да, вот какие-то вот разговоры между собой, знаешь, разряда не просто целиком текст тебе дают, а вот между, в разговорах между этими персонажами, там, в сочетаниях, когда они... Но если так послушать, там очень много про лор рассказывают. Конечно, вот для людей, которые ранее не были погружены в лор, лор Вархаммера, это может быть непонятно. Но, по-моему, это здорово, что они решили таким образом рассказывать вселенную. Просто через различных представителей. Будь то обычные граждане, будь то преступники. Я к тому, что вот, например, это особое назначение в том числе. То есть там как-то взяли, закинули вот удочку на то, что же произойдет с этой... как там ее? Ну, это следователем, который мы спасли. Сам, а, ты про текст... ты именно про текстовый вариант, который? Вижу, она... Там параллельно с ней, Мицуду, с этим режимом выходил ее, типа, дневник, личные да. дневники. Зола, да, Зола ее звали. Там, там 7 дневников было ее. Ну вот, да, это такой, знаешь, это интерактивный режим. Не то, что вот тебя прям вот взяли и как в кино выложили там. Или... А также вот, если можешь вспомнить, на Ютубе выходили видеоролики как раз до этого самого наступления, где тоже рассказывались типа про агента и изменения, которые творились в Тершуме. Вирмвуд этот. Вирмвуд, да. Древесный червь. Вот единственное то, что я сетовал на разрабов при этом, но они его буквально, кто стоил мне только в мыслях пожаловаться на них за непредусмотрительность, это то, что почему они эту информацию сразу в лаунчер не поставили. А надо было где-то случайно через сторонние ресурсы это находить. Да. Ну я так смотрю, вот они... по GTFO, там по Dan of Wolf, это какая-то современная пишечка. Вот. Ну, то есть пытается, знаешь, как мультимедийно сделать. Вот. Они, может, даже через TikTok могли бы такую херню вытворять. Знаешь, чтобы везде. Чтобы везде за ними следовали там какие-то. Подписчики, не подписчики, что-то в этом роде. Чтобы где-то хайп создавать. Но фишка в том, что это все проходит, знаешь, это только реально мобильная стратежная, вот из. Прыг сзади. Из мобильного. Ой, Гидрит смотрит точно сзади, зараза. Вот. Фишка в том, что это все же исчезает со временем. И если потом попробуй собрать всю эту информацию. Ну, сейчас, со слов разрабов, они вот режим с близнецами хотят оставить на постоянной основе, как большую часть сюжета. Угу. Да. Интересно, они все-таки ведут в Гинокрадах, или это просто были эти... Откуда эта информация появилась? А у них просто скин был один. И как бы очень удобно, кстати, в Гинокрадах, в том, что... Они же как бы то же самое, это... Считай, те же люди, которые... Но если они будут попадать под категорию преступников, которая изначально и планировалась в качестве основоположников данной игры, то почему и нет?
Это еретики, но другого толка. Ну, типа того. Не знаю, у меня вот есть личная мечта, если они добавят парию антипсайкера. Вот это было бы интересно. То есть персонаж, который именно подавляет любую псайкерскую деятельность, и, соответственно, как он может взаимодействовать с самим псайкером. Представляешь, когда он, например, рядом с псайкером стоит, псайкер, соответственно, вообще не может использовать свои способности, но при этом у нее будут какие-то свои преимущества перед врагами. То такой, такая взаимосвязь была, по-моему, очень интересная. Но не думаю, что они создадут персонажа, который будет противовес кому-то работать внутри отряда. А непонятно тогда просто, как с ним... А что ему дать? То есть это будет просто ветеран там... У нас же тут нету каких-то псайкерских таких вот товарищей. У нас физическая весьма... То есть... Нургл, он же не про псайкеров, это скорее, когда с этим... Если бы мы с этим, господи, с Зинчем дрались, тогда бы еще бы... Тут именно реально про массу, и вот массушка нурглитовая на ускоренницу. Нурглитовая, да? Получается, силушка. И генестиллер, то есть генократы, они в этом смысле очень хорошо. Это те же самые массы людей, те же самые штурмовики. Ну, то есть практически там ничего переделывать не надо, только немножко эти текстуры. И пару спешлов, собственно, сделать. И будет тогда реально что-то свое. Как бы другая. Не, ну раз здесь умудряются сочетать вот именно мобианский шестой полк и зараженных, и просто их по очереди к нам в качестве противников плетают. Поэтому такой вариант тоже очень возможен. Да, если они смогут как-то. Если они смогут это логично объяснить, почему они могут существовать вот с теми. Еретиками притадили, которые уже есть на планете. Ну да, добавят. Блин, что он будет? Прям из воздуха выстрелил. А тут есть. Кто? Так, все внизу? Все внизу. Ну, почти все. А в чем фишка этого мебианского полка? Как бы, ну, то, что так... то, что он, если вспомнить YouTube, с которого изначально вот вся эта история начала раскрываться, то мобианский полк раз был изначально направлен в на нижний уровень Терсу, чтобы подавить там как раз ересь. То есть там были уже какие-то первые признаки шкультистов, и когда там стал пониматься, что культ начинает разрастаться, то 6-й мобианский полк был отправлен туда для усмирения и для разбирательств. А в результате он предал. То есть было, грубо говоря, одна кучка еретиков, теперь стало две кучки еретиков и минус одни лоялисты. Вот такая печальная история. Ну, поэтому там эта зона такая. Я должна знать, почему они предали. Да, именно поэтому. И вот по поводу предводителя, возможно, он был ее то ли наставником, то ли знакомым. То есть это был для нее личный вопрос. Почему произошло то, что произошло? Ну, это то, как я понимаю происходящее. Ну, подожди, они после того, как этот поезд с отравой
Я думаю, это плюс-минус. Или во время, так сказать. А... Потому что если во время, то понятно, что все заразились, как бы, и слабые духом... По-моему, после поезда было. То есть кто-то устроил диверсию, появились зомби, отправили 6-й Мебианский на усмирение, и... Так, тут у меня Амокрейт. Дело хорошее, я бы забрал. Вот тут вот. Все, благодарю. Да, я так довольно рано начал играть в этот Dark Tides. Когда это получается? Ну, когда Dark он еще технически... Вышел... Dark Tides был, по-моему, в конце ноября 22-го, если не ошибаюсь. Да, по-моему, где-то в декабре сыграл. Попробуй игру надо посмотреть, но неважно. Короче, суть в том... Двойной удар. Суть в том, что они поначалу так спокойненько запускали этих товарищей, как бы, знаешь, по чуть-чуть. А потом увидели, что игроки справляются, и начали просто пачками всех там по два, по три, там, не знаю, этих сетевика, например. Но они видели, что игрокам нужен вызов. Я думаю, в Вермитайде было то же самое. Ну, а если банально, я думаю, что изначально у них просто техническая возможность не было. То есть они тестировали то, что у них и так получается. И только после этого начали добавлять все эти режимы. Ну, они еще, смотрю, они работают над Вермитайдом. Ну, они анонсировали какой-то PvP режим. Кому-то, значит, он нужен. Ну, там, правда, уже онлайн гораздо ниже, особенно после введения, после представления Dark Tide. Все, конечно, ругали Dark Tide поначалу, на первом году, но все равно... Ну, хайп и Dark Tide, да, свой собрал. Жаль, что они не оправдали технические надежды изначально, из-за чего очень сильно просела аудитория. Если бы они смогли на техническом состоянии при старте нормально обеспечить игру, я думаю, что у Dark Tide было бы намного больше шансов сохранить свою аудиторию. А так сколько пришлось людям ждать для того, чтобы получить интересные сборки? Почти год. Это очень много. Если бы они ачивки нормально делали, знаешь. Они вот челленджевые ачивки, там же можно не только на челлендж, но и просто на накопительство. Если бы они, знаешь, сделали на каждое оружие, типа, сделай что-нибудь, там, 1000 убийств или там 250 убийств, то люди бы охотнее пробовали и выполняли их, как бы, знаешь, по чуть-чуть, но все равно наиграть надо. Вот. А потому что ты разные делаешь... Я бы, наверное, не согласился с этой позицией. Это бы заодно вынуждало бы их играть за... вынуждает играть оружием против воли. Так, ну там, не надо много, по чуть-чуть, знаешь, из разряда много оружия, оно из не нравится только потому, что, ну, это первое впечатление. Как только ты немножко освоишься, это вроде нормально, смотри-ка. Мне так кажется. То есть, по крайней мере, они такую херню сделали в Верментиде, и, в общем-то, какие-то оружия я подначалу, так, ну, фигня-фигня, я прохожу только чисто для ачивки, то есть, ну, там, для какой-то рамочки или чего-нибудь. Ну, ачивка, то есть. Ой-ой. Но, тем не менее, как бы, там, когда уже какая-то тысяча, вот, к концу исполнения этой самой ачивки, там вроде уже и нормально играешь этим оружием.
Ну, и возможно, я бы согласился, чтобы они как-то поощряли игру разнообразным оружием, но ачивки это все-таки именно должно восприниматься как достижение, на мой взгляд. А достижение за то, что ты играл на всем оружии, на мой взгляд, это не та задача. Когда они закончатся? Блин. Прям, ну... Это они еще не закончились, еще сзади собаки появляются. Патроны. Патроны нужны? Да, было бы хорошо. Давай, я сейчас скину. Все? Может, уже так. Не нужны тогда? Тогда, может, не кидай. А, ты кинул же. Да, я уже поделился. Окей. Хорошо. Мне, например, в этой игре больше нравится, знаешь, из разряда... Не то чтобы под каждым персонажем какие-то комбинаторика, вот попробовать каждое оружие, как-то геймдизайнеры когда выдумывали, они же наверняка что-то придумывали, как оно должно работать. Или вот... Я с этим согласен. Я думаю, что как раз то, как оно должно работать, они пытаются именно через ачивки, которые челленджевые. То есть у них была какая-то задумка, как ты должен играть. И они пытаются, чтобы ты эту задумку понял и реализовал через их задание. И же для этого не обязательно каждое оружие по отдельности специально наигрывать и убивать им. Именно с этой точки зрения, мне кажется, они сделали достаточно право. То, что это не просто не гринд в плане набивания большого количества врагов, а именно стиль игры, который они хотят, чтобы ты попробовал реализовать, который они изначально задумали. Вот то же самое, вот то, что мы с тобой до этого обговаривали. Изувер 15 минут миссия. Ой, 15 я собрал. 20 минут миссия с одним сегментом здоровья. То есть ты должен реально как фанатик прорываться через всех противников и побеждать. Чем тебе не фанатизм? 4 фанатика. Да, почему бы и нет. 4 фанатика прорываются против через врагов. А, блин, что-то как-то вас... Немало. Да, немало. Да. А еще там 2 бежит. 2 бежит сетилово. Вот здесь вот как-то так. Так, мы запустили уже конвейер. Хорошо. Запустили. Сейчас пустим лодку. А он убежали эти. Есть же подсветка, которую я всем даю? Да-да-да, вот, благодаря тебе и видно, отлично. Ну я после того, как понял, сколько на нас пулеметчиков валится, я все-таки решил поменять билд на более благоприятную нашу ситуацию. Сзади? Еще.
все равно. Так, заходим. Добрыми. Аккуратней. Поймал. Я так понимаю, что враги, которых мы не добили на предыдущей стадии, они... Да, они спавниваются. Сайкер направо. Нам же Зигфриду туда подойти. О, здравствуйте. Видит вас. Самая бесючая тварь. Да, у нее есть свои неприятные стороны. Моего друга. Молодцы. Где снайпер? Понять не могу. Где-то снизу стоит. Да, где-то там, вот, вот там вот. Нашел. Там, да. Вот там вот, да. Очень понятно. Весьма четко. Ящичек. О, заберу. Пакет меня. А, бегут неуклюже пешеходы. Постоянно тут путаюсь. Можешь вылечиться. А? Да зачем? Там, да, я нашел, я взял, но пока я думаю, что не надо. Kill you, friends. I kill them back. Promise.
Снайпер сзади. Там, по-моему, все, еще один снайпер есть. Секрет, что ты там ищешь? Побежали, побежали отсюда. Скрипчер. Я могу вместо припасов. Давайте я поставлю сейчас. Аптекер забрал. Вопрос сразу снимается. Спасибо. Это аптека. Так, снова Дима Хвост слышу на лестнице. Ой-ой. Это нехорошо улетел. Сейчас пробую к тебе подобраться. Спасибо. Поможем. Плазмой ходишь? Да. Блин, отойдите. Такое ощущение, что сейчас придется с этим. Нет, не должны. А нет, нормально прошли. Даже не разбудили. Что? Я наверное возьму. Осторожно. Можно, все уже подпрыгали. Понимаю. О, как удобно. Все точки в одном месте. Да,
Боже, я всегда угораю, когда взрывы умудряются прыгать и на лету еще разворачиваться в прыжке. Такой фейк джамп. Где-то огонь. А, как приятно. Дробовиком пользуется, который не... у которого нету отсечки по три. Немножко не рассчитал, спасибо. А у меня траппер рядом. О, хорошо. Ну, благодарю. Он теперь... Что ли? Да. Да. А, нормально, еще можно. А если вот сейчас будет под ногами? Нормально, нормально, да. Я могу. Может, даже успею. Да, да, да. Но он на меня сагрился, поэтому. Все, отлично. Меня даже не заметили. Так, с той стороны. Помогаю. Не, там просто буквочка ровненько, близенько нас. А, черт! Зараза! Снайпер, что ли, достал? Да, сбил меня. Негодяй. Собака. Срочно на ужин его. У меня такой вопрос, может, знаешь. Тут, конечно, нету этого Friendly Fire, но тем не менее, иногда, когда по своим попадаешь, ну, то есть этот красный получается, да, то есть не красный, а синий значок броне попал. Ну, как бы, дэмэджи да. Не принесло. У меня вопрос, как бы, когда ты, вот, например, шмаляешь по... союзником? По союзнику, там сквозь него проходят эти пули. Только снаряды псайкеров. И может плазмопушка у ветерана. Больше нет. Я откажу. Все, я как раз тебя прикрывал. Спасибо. Это я думал подлечиться, а потом понял, что как-то бесполезно получается. О, тебе показали. Нас обоих. Последний. В самолете. Эх, ура. По нулям даже прошли. Отлично. Редкость. Хорошая комбинация.
врагов и не врагов. Но пулеметчики, конечно, злые, под конец немножко прилетели. И что-то даже собрали, да? Из этих книжек. Ну, они дают дополнительное. Пластали. Ой, это вдруг говорю, пластали. Монеты. Да, сейчас я отбивку скажу. Ладушки, дорогие товарищи. Лайки, подписки, шары. Заходите в описание, там ссылки на кооператив дружбы и Common Russian Fleet, Discord сервера и прочие соцсети. А мы увидимся в этой или в другой игре. И может быть даже с товарищем Барвалом. Как получится. Все, всем пока.